1941 год. Весной Володя Казначеев закончил 5 класс. Осенью вступил в партизанский отряд. Когда вместе с сестрой Аней он пришел к партизанам в Клетнинские леса, что на Брянщине, в отряде говорили: «Ну и пополнение». Правда, узнав, что они из Соловьяновки, дети Елены Кондратьевны Казначеевой, той, что пекла хлеб для партизан, шутить перестали. Елена Кондратьевна была убита фашистами. В отряде была партизанская школа. Там обучались будущие минеры, подрывники. Володя на отлично усвоил эту науку и вместе со старшими товарищами пустил под откос 8 эшелонов. Он был связным, ходил нередко в Клетню, доставляя ценнейшие сведения. От операции к операции становился опытнее, искуснее. Отрывочная информация об опытном подрывнике Казначееве дошла и до немецкого командования. За его голову оккупационные власти назначили награду, даже не подозревая, что их опасному противнику всего 15 лет. Он сражался рядом со взрослыми до того самого дня, пока родной край не был освобожден от фашистской нечисти. И по праву разделил со взрослыми славу героя, освободителя родной земли. Володя Казначеев награжден орденом Ленина, медалью «Партизану Отечественной войны» первой степени.